He's playing some games, the worst he recalls. He's gonna find out which one sucked the most balls. The angry video game nerd is here. Oh, he's making a list and checking it twice. He's gonna go home and eat chicken and rice. The angry video game nerd is here. He hates the games that stink. He knows which games to break. He just might even hate them all, 'cause he's mad for fucking sake. You better watch out, don't give these games a try. You better not play him, he's telling you why. The angry video game nerd is here. Сегодня я здесь, чтобы поговорить о серии игр, основанных на историях из Библии. Со всеми этими странными деформированными картриджами, сделанными для NES, но без согласования с самой Nintendo. Возьмем, например, этот. Библейские приключения. Вы бы купили это? Картридж странного голубенького цвета. Он сделан христианской игровой компанией, которая выпускает пиратские игры для Nintendo? Давайте заценим. Неплохо, три игры в одной. У нас тут Ноев Ковчег, Младенец Моисей и Давид и Голиаф. Что ж, попробуем Ноев Ковчег. Вот и Ной. Довольно шустро бегает для старика. Задача — доставить животных в ковчег. Срань господня, можно просто поднять их? Но именно так и делал. Он все это сделал один, подбирая животных, затаскивая их в ковчег. Что ж, авторы библейских приключений утверждают, что да. А вот и место, куда надо отнести этих говнарей. Вы подходите к двери и смотрите, как эти ублюдки забегают внутрь. У вас есть список всех необходимых животных, так что все довольно легко. Пойди найди еще кого-нибудь, принеси сюда. Весело, правда? Все-таки меня это тревожит. Он же старик, и он не просто таскает животных, а поднимает их над головой. И это его даже не замедляет. Как старик может быть таким сильным? Вы когда-нибудь поднимали лошадь? Это не так легко. Какого хера он поднял лошадь и быка? Ух ты ж, ёпт, лошадь, корову и двух быков! Как это понимать? Ной просто умопомрачительно силен. Халк просто маленькая девочка. А бедные животные до усрачки напуганы. Они даже не пытаются убежать. Ной мужик. Никто не смеет выебываться на Ноя. Даже Чак Норрис. Единственные животные с яйцами, которые пытаются бороться, это свиньи. Остановись! Сраная свинья! Я просто посажу тебя в ковчег! Здесь все затопит, ты что, помереть хочешь? Ладно, с меня хватит, ты свое получишь. Так что же надо делать? Вы хватаете эту вещь и вырубаете нахер этого мудака. Получай, говнина! Теперь ты попался. Ты отправишься на ковчег, говномес. Ненавижу этих свиней, а еще ненавижу быков. Они сваливаются каждый раз при прыжке, так что их нужно поднимать снова и снова. Обезьяны также доставляют хлопот, иногда за ними нужно бегать по всему уровню. Ну и картина, посмотрите на старого пердуна, который лазает по деревьям за макакой. Довольно забавно. Ебучая обезьяна, ну вернись! Ща ты свое получишь! Выкуси, срань мохнатая! Ты отправляешься на ковчег. Еще одна невероятная черта Ноя — это то, что он может бегать так быстро, что он несется быстрее экрана, что сильно раздражает, потому что не видно, куда ты прешься. Так что нужно останавливаться и ждать, пока картинка вас догонит. Еще один признак криво разработанной игры. Похоже, мы собрали всех животных, кроме змей. Что ж, это должно быть непросто, правда? Просто схватить их невозможно. Так что подберем эту штуку и попробуем их вырубить. Я могу их вырубить, но если я их не поймаю, то они пропадают. Но я и поймать их не могу. Дерьмо! Как схватить этих чертовых змей? Угадайте что? Я пытался заполучить не тех змей. Но как меня можно обвинить в этом? Это первые змеи, каких встречаешь в игре. Зацените-ка это. Я иду в пещеру, и там нужно хитро выдуманно подниматься по стенам. Нужно прыгнуть и нажать A в нужный момент. Затем, когда вы заберетесь наверх, пожалуйста, вот ваши змеи. Это те самые, которых нужно взять. Но не те, что на деревьях. Те всего лишь декорации. Сложность — это одно, но зачем этой игре меня наебывать? Нет, не бери змей, которых ты видишь первыми. Тыкай хером в небо, пройди сквозь пещеру и узри настоящих. Нахер эту игру! Думаете, это было плохо? Игра, в которой нужно собрать кучу объектов и принести их в одну точку.
Что может быть хуже? Просто смотрите. Следующая игра «Младенец Моисей». Ну что ж, цель игры — пройти весь уровень, неся младенца Моисея. Это реально раздражает, так как пока вы его несете, то не можете защитить себя от всего, что хочет вас убить. Я подразумеваю реально все. Если солдаты схватят младенца Моисея, то они бросят его в реку. Что за подонки? И что это за мания носить вещи? Вообще, это наглое копирование Super Mario Bros. 2. Даже графика мне о ней напоминает. Ну, кроме этих шоколадных кошек. Кстати, о таскании вещей. Посмотрите, сколько всего вы можете нести за раз. На что это похоже? Мать Моисея держит Моисея, держащего кусок сыра, держащего парня, держащего копье. Никогда бы такое не вообразил. Бойтесь черных мест, если вы туда прыгнете, то упадете в воду и помрете. Вау! Похоже, эти дыры могут запустить младенца Моисея в небо. Что происходит? Эта игра просто сосет жопу. Господи, это ужасно! Единственная развлекуха здесь — это выкинуть Моисея в реку и идти исследовать уровень без него. Странная игра. В какой еще игре вы можете сказать: «Я выкинул младенца Моисея в воду»? По какой-то причине я не могу перестать произносить «Младенец Моисей». «Младенец Моисей, младенец Моисей». Когда вы заканчиваете уровень, появляется надпись «Хорошая работа, но вы забыли младенца Моисея». Я его не забыл, он мне был не нужен. Что ж, осталась только одна говёная игра — «Давид и Голиаф». Итак, нужно бродить и собирать овец. О да, вы удивлены? Задача — принести 4 овцы к этой мигающей стрелке, чтобы перейти на следующий уровень. Оригинальность просто зашкаливает. А знаете что? Во всех трех играх одна и та же музыка. Лучше послушать, как маленький ребенок заблюет себя и задохнется в своей собственной блевоте. Простите, это было отвратительно. Эти овцы — та еще боль в жопе, особенно когда вы попытаетесь пройти мимо льва. Лев ненавидит овец и тех, кто их носит. Однако, если пройти мимо без овцы, он на вас хер положит. Я даже могу подбросить льва, а ему насрать. Круто, попробуй так в жизни. Подкиньте льва и посмотрите, что произойдет. А пока он наверху, вдарьте ему по яйцам. Да, прямо по сраным яйцам. Можно использовать желудь, чтобы вырубить льва. Черт, я бы не хотел, чтобы в меня попал такой желудь. Эти львы тупые слабаки. Что? Что случилось? Вы это видели? Этот лев просто свалился на свою задницу. И упал он в тот же самый момент, что и белка. Так кто же вырубил обоих? Давайте посмотрим запись и поглядим. Вот мы видим, как белка кидает желудь. Он оглушает льва. Бам! Теперь вернемся назад. Перед тем, как его ударило, другая белка бросает другой желудь, который прилетает обратно ей по балде. И бам! Она вырубает себя своим собственным желудем. Долбоделка. Ладно, поищем овец. Мне нравится их звуковое сопровождение. Ну давай, проклятая овца, я тебя не обижу. Овечка, овечка. Овечка, овечка, овечка. Ну нахер, я чувствую себя болваном, когда без причины гоняюсь за овцами. Больше всего в этой игре мне понравилось смотреть за этой странной белкой. Я говорю вам, она вытворяет стрёмное дерьмо. Где-то минуту она дрыхнет, потом начинает бегать по всему дереву. И господи боже, взгляните на это! Это белка-летяга! И она типа карабкается по небу! Куда она делась? О, вот же она! Разрабы явно были под наркотой, когда делали эту игру. Позже в игре вам дают оружие, что-то типа фаербола, я не знаю. Но оно сосет. Оно прямо как камень в пятницу 13-е. Делает дугу над всеми противниками. Что это за оружие, которое не бьет прямо? Как будто бы оно осознанно уворачивается от вашей цели. Что за кусок дерьма? Я знаю, я полное нубло в этой игре, но пока вы в это не сыграете, вы не поймете, насколько долбанутое здесь управление. Вы везде скользите, и возникает чувство, что надо прикладывать усилия, чтобы сделать что-либо. Поэтому вы либо перелетаете платформы, либо не долетаете до них. И кстати, вот эти падающие камни вовсе не помогают. И наконец, когда я сюда забрался, оказалось, что все зря, потому что идти больше некуда. Я не могу войти в эту пещеру.
Хватит с меня этого говна! Подошли к концу библейские приключения. Думаете, они были странными? Погодите, пока не увидите библейский буфет. Да, библейский буфет. Когда я впервые услышал это название, я ничего не понял. Моя единственная догадка была, что тут будет еда и... Библия? И знаете что? Я наполовину угадал. Тут определенно есть еда. Но здесь нет никакого упоминания Библии. Нигде во всей игре. На что я сейчас смотрю? Это настольная игра? Фактически это копия Candy Land. Посмотрите на это, разные уровни, именуемые в честь еды. Картошка Ляндия, барбекю Ляндия, пицца Ляндия и десерт Ляндия. О, господи, оно разговаривает. Итак, вы крутите колесо и после делаете несколько шагов, как в настолке. Затем вы должны сыграть во все эти странные мини-игры, которые напоминают игры на Atari. Звуковое сопровождение классическое. А тут определенно видно схожесть с нападением помидоров-убийц, а не с Библией. Короче, нужно класть эти взрывающиеся блины, которые все разносят. Думаю, это все-таки бочки с топливом или типа того, но все здесь так или иначе связано с едой, так что я буду называть их взрывающимися блинами. Все тут пиздецки странно, может появиться что угодно. Вы только посмотрите на моих противников! Чипсы и пицца, и свиные отбивные, и бутылки, арбузы, рожки с мороженым, кубики льда, и банки с лимонадом, вылетающие из автомата. Гляньте, снеговик, следите за мной, я собираюсь разнести его башку! Да, снеговик мертв, как кусок дерьма. Черт, я только что подвинул эту штуку прямо на выход. Нет способа вернуть ее. Да что я заблокировал себя на пути к выходу с уровня. Мне остается либо перезапустить игру, либо совершить самоубийство. Время от времени появляется небольшой тест. Верно или неверно? Думаю, верно. Верно или неверно? Думаю, неверно. Что, черт возьми, я отгадываю? Мне бы помогли показанные вопросы. А вы знаете, где они? В мануале. Так что пока у вас не появится мануала, а только эта сраная игра, вы никогда не узнаете, что там за вопросы. У них возникла проблема при показе вопросов на этом экране. Почему они их сюда не добавили? О чем они думали? Этот голос просто сумасшедший. Я не знаю, что с ним, но он звучит не к месту. Не то чтобы тут все было к месту, но все-таки. Это большая редкость услышать такой чистый голос на Nintendo. Но я также думаю, что это редкость, когда выходит библейская игра без отсылок к Библии, похожая на Atari игру, где еда хочет тебя убить. А еще это копия настольной игры с тестами, на которые нельзя ответить. И даже если это библейская игра, то почему нужно взрывать голову снеговику? Что случилось с заповедью «Не убивай»? Пожалуйста, скажите мне, во что, черт побери, я играю? Мне даже нравится, но, пожалуй, вырублю ее, чтобы не сойти с ума. Давайте сыграем в другую библейскую игру. Она называется The Book of Genesis на Sega Genesis под саундтрек группы Genesis. Ладно, я шучу, но давайте перейдем к Super Nintendo и заценим игру, которую я не придумываю. Я не настолько сумасшедший, чтобы додуматься до такого. Она называется Super Noe в Ковчег 3D. Также она называется Super 3D Noe в Ковчег, как говорит нам надпись сзади. Так что кто знает, зовите ее как хотите. Называйте ее Super 3D Вагина Пердеж, если хотите. Я знаю, она странная, но странности начинаются при взгляде на картридж. Как вы видите, он не похож ни на один существующий картридж для Super Nintendo. Фактически он не похож на игру вообще. Выглядит как еще один Game Genie. К этому времени Nintendo, я думаю, уже знали, что Wisdom 3 делает свои библейские игры без их разрешения. Так что, мне кажется, когда Super Nintendo вышла, в ней был чип, который позволял работать только играм, лицензированным Nintendo. Так сколько же игр для Super Nintendo вышли и не получили лицензию от самой Nintendo? Всего одна, но она нашла способ. Если вставить официально выпущенную игру для Super Nintendo наверх, то она пройдет проверку чипом и можно будет играть. Вопрос, вы бы захотели? Вообще, да, захотел бы. В каком еще шутере от первого лица вы можете играть за Ноя? Я не могу поверить, что такая игра существует. Но это так, потому что я играю в нее. Разве она не похожа на Wolfenstein 3D? Похоже. То есть, Wolfenstein 3D. И это даже не копия. Это та же самая сраная игра, но с Ноем.
Вместо стрельбы по нацистам вы стреляете в козлов. Все уровни полностью продублированы. Но что реально забавно, так это история этой игры. Id, компания, что сделала Wolfenstein и Doom, дала свою игру Wisdom 3, чтобы они сделали это. Зачем? Если верить слухам, то Id была недовольна тем, что версия Вульфенштейна на Super Nintendo была более низкого качества по сравнению с ПК-версией, и что Nintendo практически урезала игру путем уменьшения уровня насилия и других вещей. Так что шутки ради, неважно, Id дала исходный код Wisdom 3, чтобы они сделали это издевательство, что вы видите. А теперь немножко конспирации. Если верить Библии, то Ной посадил в ковчег каждой твари по паре, так? Но если верить этой игре, то он засунул туда кучу козлов. Если это для вас недостаточно сумасбродно, то знайте, что все козлы хотят, чтобы Ной умер. Черт! Почему их тут так много и их надо валить с рогатки? Мне кажется, это только сильнее их разозлит. Я даже не могу разглядеть, чем я в них стреляю. Эта хрень невидима. Наверное, это какая-то еда, но почему тогда животные засыпают? Мне кажется, что Ной выстреливает едой с такой силой, что животные теряют сознание. Более странным кажется то, как они вас атакуют. Козлы проводят эти странные удары за километр от вас, но все равно попадают. Как они достают? Послушайте эту веселую музычку. Вау, эпично! Этот саундтрек лучше всего подходит для игры, где Ной убивает куча сраных козлов. Ну вот и все. Там будет больше животных, но суть вы поняли. Что ж, как вы заметили, каждая библейская игра была откуда-то скопирована. Так что покажу вам еще один пример, взглянем на духовную войну на Nintendo. Ладно, назовем сходу игру, на которую она похожа. Вот несколько подсказок. Имеется вид сверху со всякими камнями и кустиками. Мы начинаем с тремя сердцами жизни. Вы держите два предмета, вы заходите в маленькую пещерку, с кем-то говорите. Когда вы переходите между зонами, экран двигается. Есть лестницы прямоугольной формы. И даже плод. Вы спускаетесь по лестницам с серыми каменными стенами, и когда вы начинаете игру, нужно вписать имя. Что ж, если вы еще не догадались, что это за игра, я напишу по буквам. Правильно, Зельда. Стоит проверить, правда? В Зельде имеется вид сверху со всякими камнями и кустиками. Вы начинаете с тремя сердцами жизни, вы держите два предмета, вы заходите в маленькую пещерку и с кем-то говорите. Когда вы переходите между зонами, экран двигается, есть лестницы прямоугольной формы, вы спускаетесь по ним с серыми каменными стенами. Вот он, плод. И когда вы начинаете игру, нужно вписать имя. Что за бесстыжее слизывание? Ну, по крайней мере, у них нашлась пара оригинальных идей. Например, время от времени из врагов вылетает демон, когда их убиваешь. И, кстати, между всеми этими камнями, кустами и деревьями затесались какие-то сраные урны. Вот куда надо отправить эту игру, в сраную урну. Ладно, сыграем в последнюю игру. Король королей. Замечательно, еще три игры. Бля, начнем с мудрых людей. Так, вы на верблюде. И, в общем-то, пытаетесь доехать до конца уровня. Ваши препятствия включают ящерицы, кактусы, вылезающие из земли, летающие камни, дикобразы, стреляющие иголками, двигающиеся ямы и блоки, падающие и убивающие вас. Прямо как в библейских приключениях, управление никуда не годится. Здесь оно настолько плохое, что играть невозможно. Время от времени вы подбираете свитки, где содержатся вопросы по Библии, на которые нужно ответить. Типа, кто была мать Иисуса? Ну, это Мария. Зачем нужны все эти тесты посреди игры? Тесты — это не весело. После тестов вам кажется, что вы опять в школе. Игры — весело. Тесты — не весело. Давайте их соединим. Так как вы, скорее всего, захотите больше играть в игру, чем отвечать на вопросы, то хорошей идеей было бы их избегать. Однако, если вы ответите правильно, то получите энергию, которая вам нужна. В основном это вопросы с выбором верно или неверно. И однажды, привыкнув к этому, вы стараетесь не смотреть на верно-неверно, потому что инстинктивно вам кажется, что верно всегда находится над неверно. Но нет, не в этой игре. Они даже тут стараются вас обмануть. Много раз я случайно выбирал неверно, когда хотел наоборот. Что не так с этим дерьмом? Просто оставьте их на одном и том же месте. Теперь попробуем полет в Египет. Это херово. Ладно, Иисус и храм, последняя ебучая игра. Давайте пройдем через это.
Так, еще одна копия Супер Братьев Марио 2, где нужно прыгать по бревнам, чтобы перебраться через водопад. Они хотя бы подняли сложность с этими бревнами, однако они просто раздражают. У этих бревен самый нестабильный шаблон. Иногда вы прыгаете слишком рано, думая, что следующее бревно уже на подходе, но оно не выходит. Затем, чтобы поиздеваться, оно появляется внизу и забирается по водопаду, чтобы остаться там и посмеяться над вами. В следующий раз второе бревно показывается, вы прыгаете и ждете третье, а оно уже не появляется. И для контрольного удара по яйцам, игра выбрасывает бревна так, что вы думаете, будто способны ретироваться и попытаться снова. Но хрен там. Графика реально испорчена. Обычно вы можете предугадать появление бревен для прыжка через водопад. Но иногда они появляются случайно, и у вас не остается времени среагировать. И что вообще происходит с цветом неба? Кажется, типа такого может привидеться, если вы под ЛСД. Больше тут ничего не стоит упоминания. Игра просто сосет, и я больше не могу в нее играть. Лучше бы я поймал дикобраза и засунул кактус себе в зад. Лучше бы я похлюпал дерьмом, сочащимся из ануса бородавочника. Это просто сгусток обгаженной диарейной какахи. Вот и все. Что ж, счастливого Рождества, веселой Хануки, веселой Кванзы, с днем рождения Иисус и так далее. Веселых праздников. Увидимся в 2007.